Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law, I'ma let you be the boss. Cause I'll go where you go. I'll take you to a place we can see it all. Step off the edge, I can break your fall. Влади, я пришел. Привет, пап. По пути домой я купил лизунов. Ты ведь любишь слаймы? Здорово! У меня есть идея. Давай мы вдвоем смешаем три слайма. Тут же три слайма, а нас двое. А как мы выберем, что с чем смешивать? Так у нас же есть колесо фортуны. Так, а где Владик у меня? А? Куда пропал? Куда делся? Ты здесь? Да. Ну давай, а то нас заждались уже. Всем привет! Всем привет! Вы на канале Марк Влад Фэмили Ченнел. Привет, а ты любишь слаймы? Давай их сделаем вместе. Напиши в комментариях, какие слаймы ты любишь делать. И не забывайте подписываться. Так, у нас вот такая вот коробочка со слаймами. Здесь их три штуки. Один называется... Слизь. Второй. Супер слайм. И третий. Флаффи слайм. Отлично. Давайте посмотрим, что у нас там есть. Итак. Здесь инструкция, в которой написано, надо смешать. И у вас все получится. Раз, два, три. Это красители. Они у нас пронумерованы. 1, 2, 3. Разных цветов. Соответственно, слаймы у нас будут разноцветные. Да. А также у нас есть 3 клея для разных лизунов, которые также пронумерованы. 1, 2, 3. И активатор лизуна. А также мерный стаканчик и ложечка. И у нас опять полетит лизун в космос. Наверное. Так, и не забываем подписываться. А кто первый будет крутить колесо фортуны, чтобы узнать, какой ингредиент и краситель смешать, мы скинемся на... Камень, ножницы, бумага. Погнали. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Порезал. Ну давай, сначала мы будем разыгрывать, какой из этих клеев будет у нас первый выбираться. К нему мы потом выберем краситель, а потом мы выберем, что добавить в этот клей. У нас также подписаны стаканчики. Да. 1, 2, 3. Начинай. Цифра 3. Первые мы выбрали. Что? Клей. Какой? Для слизи. Для слизи. Клей для слизи. Отлично. Теперь мы к клею для слизи выбираем краситель. И кручу же я. Да. Номер 2. Слизь у нас будет зелененькая. Именно этот цвет любит Владик. Погнали дальше. Выбираем наполнитель. Крути ты. Да. 1. Где у нас 1? Вот 1. По цифре 1 у нас бисер. Да. Так, теперь... Нам нужно выбрать, что будет смешиваться со вторым клеем. Правильно? Да. Теперь я выбираю клей. Да. И сейчас еще одна троечка. Но может выпасть либо 1, либо 2. Выпало 2. Так. Клей по цифре 2 у нас для слайма. Вот он. Да. Владик, крути. Выбираем краситель. Цифра? 3. Какой у нас цвет по цифре 3? Розовый. Отлично, у нас будет розовый слайм.
Следующий мы выбираем наполнитель. Теперь ты крутишь. Хорошо. Даже не глядя. Выпадет сейчас, наверное, звездочки. Это цифра 3. Правильно? Да. Я угадал! А вот цифра 3 со звездочками. Но зато у тебя будет колючий лизун. Колючий лизун. Колючий лизун. Как этот ежик. Да? Да. У тебя будет ежик лизун. Хорошо. Так, и у нас что остается? Флаффи слайм, который будет желтым. И вот с такими вот мягенькими шариками. Да. Начинаем смешивать? Да. Погнали! Где там надо открывать? О. Выливаем, выливаем весь клеек. Давай, давай, дави, дави. Нет. Весь. Дави, дави его, дави, дави. Смотри, какие пузырьки там у меня. Итак, у нас есть ножницы. Папа откроет. Да. Чтоб Владик у нас не поранился. Да. Ура, все зеленое встает. Ой. И что-то такое, какой-то дым. Это волшебная пыльца. Сейчас будет превращение. Понятно? Да. На, смешивай. Так, тут еще немного осталось. Мы это немного еще сюда удольем. Сюда дольем. Сюда дольем, сюда дольем, везде дольем, нам не жалко, да? Да, спасибо. Везде, везде, везде. Ой, у меня уже лизун. И что, тяжело уже? Да. Помочь тебе? Да. Папа сегодня кашу ел, он может побыстрее помешать. Шмяк. Все, уже лизун получился, осталось только добавить красотищу. Мы сначала все перемешаем, наверное, да? Да. Ничего себе. Это у меня мороженое такое. А я его скушаю. У меня зато вон какой классный. Сопельки. Вадик, что за слова ты такие говоришь? Нельзя такие слова говорить на нашем канале. Ты что? А вдруг дети такие слова узнают и будут тоже говорить? Сопельки. Вау. Мы ж с тобой культурные люди. Да? Вот, я так и знал. Мешаем, мешаем, мешаем. Можно вилкой и ножом, наверное, уже перемешивать. Да. А этот? А этот почему-то не такой густой. Ой, наматывается, наматывается, наматывается. Это будет малиновое мороженое, наверное. У меня будет. Слушай, какой звук. Класс! Прям настоящий лизунский. Да. Ой, он уже прилипает. Мороженое! Я его скушаю! Ааа, я вешу, давай! Это на вату похоже розовую, да? Да. О, смотри! Он летит! Так, давай сначала смешиваем с красотой твою. Брям-брям-брям. Сыпь. На. Палочку тебе. Она все затягивает! А, как утонула, как в болоте. Мне реально давай. Мне болото! Тебе помочь? Смотри, вот так. Помочь? Да. Помочь? Да. Помочь? Помочь? Давай помогу. Так, следующим мешаем, да? Да. С красотой. Давай сыпь красоту. Так. Так. Ой, а как ее мешать? Ой. 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 Я что-то не знаю, как это мешать. Отряда какая. Все. Дальше это не смешивается. Дальше это смешивается. Со звездочками пробуем. Смотри, она прилипла. Смотри, у меня палец засасывает. Она вон висит. Я их... А, он притягивается. Звездочки. Да. Погнали.
А может так и оставить? Я не знаю, как он у тебя будет выглядеть. Вот так вот он выглядит, все. А у меня вообще там не видно. Ай, ай! Что? У меня вон выливается. Он сбегает от тебя, все. Он не хочет со мной дружить. Смотри. Вот такой у нас получился розовый слайм. Со звездочкой такой. Красивый такой. У меня матовый нет. Я боюсь. У меня здесь все в слайме. Весь стол в слайме. Так. Он меня не любит. Где же не любит? Он к тебе тянется. Смотри. Ой, как она. Ой. Ой, Владик. Я его возьму в руки. Давай желтый вытащим. Давай. А я своего. Я своего не могу вытащить. О-о-о. Я его вот так буду вытаскивать. Смотри. Как он. Смотри, у меня там все бисеры летят. Смотри, сколько их там. Я их всех собираю. Ага. Смотри, вот такой получился желтый слайм. А смотри, какой у меня. Он весь размывается. А так у тебя слизь. У тебя слизь просто. Вот из-за этого это такое. Вот как он. Смотри. Там кто-то говорили, что его можно вздуть. Как шарик. Вздуть? Да. Какой, вот этот? Я не знаю. Попробуй надуть его. А чем я надую его? Я не знаю. О-о-о. Я тоже не знаю, чем надуть. А помнишь? С того челлендж. Так, то специальный шарик. То специальный. О-о-о. Ой. Так, это номер раз. Вот это номер два. О, вытащил. Это второй. Но его можно было бы, наверное, сильно растянуть. Но здесь из-за звездочек он лопается. Ой, смотри. Владик. Владик, 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 не падай, смотри, у меня все руки в зеленке. Смотри, как он там. Владик. У меня все руки в зеленке. Давайте попробуем. Слаймы эти надуваются или нет? У нас есть трубочка, у нас есть слаймы. Но у нас есть слизь. Пробуй свою слизь надуть. Да? Да, пробуй. Это какой-то странный слайм. Так, давай я попробую желтенького надуть. Получится, нет? Владик. У меня вон какой. Напиши в комментариях, какие слаймы ты любишь делать. И не забывайте подписываться.